Мы внимательно следим за каждым регионом, за тем, какое внимание уделяется в том или ином регионе образованию. И Чувашия у нас по всем основным показателям является одним из лидеров, одним из регионов лидеров, передовиков. Здесь треть бюджета – это расходы на образование. И мы действительно отмечаем, что если несколько лет назад это было всего 25%, сейчас уже треть, то есть 33%. Это показывает, что в республике образование, сфера образования является приоритетом.